Вселенная, как и нам бы, нам тоже не нужен, я считаю, потому что качки с огромной горой мышц в прошлом – это все общемировые вещи, на которые мы можем отсылать собственных бодибилдеров. Наши красавицы ездят в другие места, ставшие мировой меккой по проведению подобного. Я не думаю, что проведение каких-то ресталищ и крупных мероприятий поможет, скажем, в Москве москвичам. И чем это поможет, скажем, сразу спросим, чем поможет нашим ветеранам, чем это поможет малоимущим семьям. Если это помогает, надо проводить, я считаю. Если это всего лишь выкрик в сообщество мировое, но у нас достаточно разных конкурсов, можно проводить мировые ТЭФИ, можно проводить какие-то еще другие конкурсы, вручать какие-то награды и так далее. Это творческая инициатива. Я считаю, что мы легко можем обойтись без мисс Вселенная, просто выдвинуть свою кандидатку на этот конкурс международный. Это просто еще огромное вкладывание денег в проведение подобного конкурса. Понимаете? Очередной отмыв средств и без пользы для нашего общества.